В соответствии с комплексной программой противодействия идеологии терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Хасавюрт на 2016-2019 год отделом по делам молодежи и туризма в многофункциональном центре при Дворце культуры «Спартак» была организована встреча заместителей директоров по воспитательной работе среднеспециальных учебных заведений и общеобразовательных школ города с тренером Махачкалинского центра нейролингвистического программирования, переговорщиком, ведущим интернет-канала «Тренинг ТВ» Абдулой Дибировым. Естественно, к невербальным относятся, кроме поза и жеста, это голос. Можно говорить как высоким голосом, так очень-очень-очень быстро или очень-очень медленно. Можно говорить там низким тоном голоса. Разную скорость, там, тона голоса меняем, мы можем практически воздействовать на человека совершенно по-разному. Например, если вы что-то хотите человеку донести, так более на другом тоне, то можете сделать низким голосом. Участники встречи подчеркнули, что ключевой задачей таких семинаров является выработка механизмов и противодействие идеологии терроризма и экстремизма, формирование у молодежи устойчивого негативного отношения к идеологии экстремизма, особенно религиозного. Программа этой встречи предполагала проведение тренингов на командообразование, умение устанавливать контакт с подростками и их родителями. В то же время участники семинара обратили внимание на необходимость новых форм и методов работы с молодежью в сфере патриотического воспитания и толерантности. Целью профилактических мер является предупреждение экстремистской деятельности, то есть борьба с экстремизмом еще до его проявления, ликвидация причин и условий возникновения экстремизма. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».